Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности Волгоградской области поступила информация о том, что на территории одного из районов города Волгограда осуществляется реализация алкогольной продукции с поддельными акцизными марками. Значит, данный алкоголь реализовывался не через крупные сети, а в основном реализация осуществлялась через мелкие павильоны и мелкие магазины. Фактически группа из нескольких лиц, имея абсолютно легальную организацию по реализации оптово-розничной реализации алкогольной продукции на территории Волгоградской области, помимо легальной алкогольной продукции, осуществляла привоз на территорию города Волгограда алкогольной продукции, в частности, в основном водки, привозили с территории Кабардино-Балкарской республики, с РСО «Алания». И здесь по поддельным акцизным маркам осуществляли ее реализацию. В результате в двух складских помещениях Краснооктябрьского района оперативники обнаружили и изъяли около 500 тысяч бутылок водки и вина различных марок, из которых, по предварительным данным, более 250 тысяч бутылок имеют признаки подделки. Из офиса самого предприятия изъята бухгалтерская документация, электронные носители, оргтехника и денежные средства в размере 500 тысяч рублей. Изъятые из складских помещений образцы алкогольной продукции направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр Государственного управления МВД России по Волгоградской области. По предварительной версии, фальсифицированная алкогольная продукция поступала на территорию региона из Кабардино-Балкарской республики, Ставропольского края и Московской области. Возбуждено уголовное дело.